Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать с вами пакетрейсер 1.1.1.8. Для этого открываем учебник, скачиваем инструкцию, а также ПК-файлик. Чтобы скачать инструкцию, переходим по ссылке, нажимаем кнопочку «Скачать» и сохраняем нужную вам папку. Также скачиваем ПК-файлик и сразу же открываем. Мы можем посмотреть, что у нас сегодня будет за задание. У нас есть топология, но новые устройства, которые подключены к сети, на ней не указаны. И нам нужно узнать их IP-адреса и записать в таблицу адресации, которая находится внизу самого задания. Вот у нас уже даже открылся сам ПК-файлик. Здесь нужно указать имя. К примеру, мое имя Карина. Также email. И дополнительная информация. Чаще всего это номер группы. И нажать кнопочку «Ок». Подтвердить. Да. Наше задание перезагрузится. И мы сможем сразу приступать к его выполнению. Открываем нашу инструкцию и прикрепляем с помощью кнопочки «Топ». И вот так вот. Смотрим. Нам нужно выполнить трассировку маршрута и узнать, какие устройства будут встречаться у нас на пути. Открываем Sales, Desktop, командная строка, вводим команду ipconfig. И мы можем видеть IP-адрес нашего устройства PC1. Их нужно сверить с таблицей. Вот Sales. IP-адрес у нас DHCP, и маска по сети у нас 255, да. Далее, что нам нужно дальше сделать? Нам нужно ввести команду nslookup в командной строке. Секунду. Вот здесь. nslookup. И имя сервера. В нашем случае это B2 сервер PT-PKA. Enter. Мы нашли IP-адрес сервера. Вот он. И теперь мы сможем к нему подключиться с помощью команды Telnet. Но сначала нам нужно узнать, через какие устройства мы прошли, чтобы попасть к серверу. Для этого нужно ввести команду трассировки маршрута traceRT и указываем наш сервер B2, сервер PKA. Enter. И ждем несколько секунд, пока выполнится трассировка и будут указаны все IP-адреса. А пока это выполняется, я создам блокнот, в котором мы будем записывать эту трассировку, чтобы проще было ориентироваться. Открываем блокнот и копируем наш вывод после трассировки. И записываем это все в блокнот. Вот он. Готово. Теперь мы будем по порядку подключаться к каждому из устройств и смотреть его IP-адрес, как оно называется и какие интерфейсы в нем есть. Также, чтобы было более удобно пользоваться таблицей, я перенесла эту таблицу в Excel-файлик. Вот она. И здесь мы будем ее заполнять. Я сделаю ее немного меньше, чтобы было проще ориентироваться. Вот она. А мы открываем нашу топологию и приступаем к подключению к первому устройству. Пишем команду Telnet. И указываем первое устройство. 172.16.01. Мы подключились к устройству, и нас спрашивают пароль. Чтобы узнать наш пароль, смотрим примечание вверху странички. У меня это Cisco и класс. Вводим Cisco. Enter. Мы попали в режим XS.
вводим команду enable, вводим класс. Теперь мы можем видеть, что наше устройство называется R4. Это мы как раз можем сразу записать в нашу табличку R4. В блокноте указываем, что мы уже подключились к этому устройству и записали его в таблицу. Но это не все. Нам нужно посмотреть, какие интерфейсы есть у R4, и также записать их в таблицу. И можно использовать разные команды. К примеру, я буду использовать show ip-route. Ой, не show ip-route, а давайте лучше show running config. Enter. Нажимаем Enter и держим несколько секунд, пока у нас пролистается вся информация. Вот. Ищем. У нас есть интерфейсы гигабит интернет 0.0. Давайте вот так вот размещу. Вот так. Интерфейс первый гигабит интернет 0.0. Интерфейс второй гигабит интернет 0.1. Чи 0.1. И сериал 0.0.1. Готово. Теперь нужно указать IP-адрес этих интерфейсов. IP-адрес гигабит интернет 0.1 – это вот он. Далее, маска по сети у нас стандартная. Ее тоже можем скопировать. Дальше смотрим. Интерфейс гигабит интернет 0.1 не настроен. Значит, он нам не подходит. Ищем дальше. Serial 0.0.0. Он настроен, и у него указан IP-адрес и маска под сети. Значит, здесь должен быть Serial 0.0.0. Serial 0/0/0. IP-адрес этого порта. Вот он. Записываем. И маска под сети у нас вот такая вот. Также записываем. Готово. И serial 0/0/1.1 у нас уже записан. Serial 0.0.1 нам не подходит, так как он не настроен. No IP address. Окей. Мы заполнили всю информацию. Посмотрели все, что нам нужно. И можем двигаться дальше. Вводим команду exit. И мы попали опять в наш PC1. Далее нужно подключиться к следующему устройству. Вот оно. Вводим команду telnet. IP-адрес этого устройства. Ой. Копируем. Telnet. Указываем IP-адрес. Enter. Пароль также Cisco. И записываем наше второе устройство. Tier 3A. В табличку Excel. Готово. Вводим команду enable. Пароль Cisco, класс. Готово. Смотрим дальше. Мы можем посмотреть наши интерфейсы, например, с помощью команды еще show IP интерфейс. Интерфейс. Brief. Ага, я сделала ошибку в команде. Ничего, сейчас исправим. Show IP. Интерфейс. Brief. Вот. Нам показали все наши интерфейсы, которые у нас есть. Настроен только гигабит интернет 0.1. Мы его и запишем. Чи 0.1. Ой, 0.0. 0.1 уже записан. Serial 0.0.0 уже записан. И остался Serial 0.1.1. Не. Serial 0.1.0. Вот. Тоже его записываем. Serial 0/1/0. Готово. Теперь нужно указать IP-адрес. Готово. И IP-адрес гигабит интернет 0.0.
копируем и также указываем. Но здесь мы не можем посмотреть нашу маску по сети. Для этого нам также нужно использовать команду show running config. Нажимаем Enter, держим, пока она пролистается в самый-самый низ. Вот так вот. Ищем первый интерфейс, это Gigabit Ethernet 0.0. Копируем. И записываем нашу табличку. И также Serial 0.1.0 также в табличку. Готово. Также не забывайте, что в PDF-файле у вас будут вопросы, и вам нужно будет отвечать на них параллельно с заполнением таблиц. Я этого делать не буду, и думаю, что вы сами с этим справитесь. А мы можем выходить отсюда и подключаться уже к следующему устройству. А это устройство мы уже записали. Следующее это 64.104.22.2. Вводим команду telnet и IP-адрес третьего устройства. Нас спрашивает пароль, это Cisco. Копируем название нашего следующего устройства. Записываем в табличку. Вводим команду show IP interface brief. Interface brief. У нас есть много-много интерфейсов, но настроены только Gigabit Ethernet 0.1, Gigabit Ethernet 0.2 и также Gigabit Ethernet 0.1 и 0.2. И можем их записать. Так, первый это Gigabit Ethernet 0.1, 0.2 записан и Fast Ethernet вот 0.1 и 0.2. 0.1 записан, записываем 0.2. 0.0/2. И сразу же можем записать их IP-адреса. Копируем. Fast Ethernet 0.1 у нас уже записан. Копируем 0.2. Готово. Дальше Gigabit Ethernet 0.1 у нас не указано ничего. Копируем, записываем, и у второго гигабит интернета нету только IP-адреса. Готово. Но нам нужно посмотреть еще маску по сети для двух интерфейсов. Вводим команду show running config. Но ее нужно вводить в режиме access. Или нет? Show. Значит, вводим команду enable, команда class, а здесь уже show running config. Готово. Листаем самый-самый-самый низ. Вот. У нас fast internet уже указан. Нужно указать fast internet 0.2. Копируем. Записываем. Вот. Остался гигабит интернет 0.1. Листаем самый низ. Вот он. И копируем маску по сети. И у нас осталось последнее устройство. Exit. Telnet. Указываем это устройство и отмечаем плюсиком, что мы уже записали это. Копировать, telnet, IP-адрес, enter, password Cisco, записываем название устройства в табличку, show IP interface brief,
Смотрим, у нас настроено только два интерфейса. Это первый гигабит интернет и нулевой. Копируем IP-адрес нулевого. Вот он. Копировать. Записать. Записываем название второго интерфейса. G0/1. Копируем его IP-адрес. Вот он. И нам нужна маска по сети. Команда enable. Класс. Show running config. Enter. Держим, пока она пролистается в самый-самый низ. Вот. Ищем. Fast интернет у нас нету. Есть только гигабит интернет. IP-адрес мы записали. Маска по сети. Вот она. Копируем. Готово. И Fast Internet 0.1 также копируем и записали в табличку. Готово. Отмечаем наше последнее устройство. И проверяем, что это за устройство у нас осталось. Так как это последнее устройство, это наш сервер. Но мы на всякий случай можем это проверить. Открываем наш Sales, командная строка. Ой, я туда зашла. Командная строка. Exit, telnet, наш IP-адрес, и да, так как это сервер, мы не можем подключиться к нему с помощью telnet, значит да. И мы можем сверить его в таблице в Excel. Вот его IP-адрес, и вот наш IP-адрес. Вот, это и правда сервер. На этом все. Еще вам остается ответить на вопросы. Они легкие, думаю, вы с ними справитесь. А на этом все. Всем пока.